Какие новые задачки сегодня решали? Четвертый класс. Практически выпускники. Начальной школы. Учитель, говорят ребята нам, как мама. Наша ученица зовут Юкана Валентина. Мы ее любим. Она хорошая, добрая. Мы ее знаем уже четвертый год. Она нас обучает. Мы от нее получаем новые знания. Она красивая, добрая, очень веселая и не очень ругается. Школа – мир удивительный, наполненный неожиданностями. И этот мир влечет к себе детей, ведь каждый урок – это не просто новые знания, это опыт, который обязательно пригодится в жизни. Пусть будут вам ученики всегда послушны. Их прилежание пусть удивляет вас. А вы же оставайтесь благодушны. Пусть настроение ваше будет высший класс. В руках у школьников красивые букеты. Красивые слова звучат и тут, и там. Деревья даже по-особому одеты. И низкий всем поклон родным учителям. Благодарность учеников своим учителям безмерна. Мудрость учителей, их любовь к предмету передается ребятам. Вы всю жизнь посвящаете детям, причем не своим родным, а совершенно чужим. И умеете действительно искренне радоваться их успехам. Это можно назвать подвигом. Жаль, только медали за него не дают. Но вам они ни к чему, ведь у вас есть любовь всех учеников и благодарность их родителей. Каждый проведенный вами урок – это маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная. И в этот замечательный осенний день мы хотим вам пожелать всегда оставаться на той вершине, которую вы достигли, и выше которой не бывает. С учениками видновских школ встречались Татьяна Брылова, Евгений Петров и Елена Кошелева. Видное ТВ.